В преддверии Нового года сотрудники ГУВД города Ташкента организовывают различные праздничные мероприятия. В преддверии Нового года сотрудники ГУВД Ташкента организовывают различные праздничные мероприятия. Так, представители Управления координации деятельности органов внутренних дел Учтепинского района пригласили детей с ограниченными возможностями, а также детей граждан, включенных в женскую, молодежную и железную тетради, на новогоднее торжество. Поздравить ребятишек пришли Дед Мороз, Снегурочка и волшебные сказочные персонажи. После мероприятия дети получили сладкие подарки. Веселый праздник никого не оставил равнодушным. Участники искренне благодарили гостей за подаренные впечатления и массу положительных эмоций. Аналогичная встреча была организована у главного символа Нового года – наряженной елки. Детей ждала веселая увлекательная программа, замечательный концерт и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. В свою очередь, сотрудники Управления координации деятельности органов внутренних дел Якосарайского района навестили граждан, нуждающихся в помощи и поддержке, справились об их здоровье и вручили продуктовые наборы и подарки. Подобные праздничные мероприятия продолжаются во всех районах нашей столицы.